Полицейскими было выявлено 270 неплательщиков. В отношении них составлены протоколы. 28 водителей за неуплату штрафа наказаны исправительными работами. 27 нарушителям выписан повторный штраф. 38 автомобилей арестованы и помещены на штрафстоянку. Инспекторы напомнили автолюбителям, что после наложения штрафа на оплату отводится 60 суток. По истечении этого срока забывчивый водитель автоматически становится нарушителем закона.